Сербия. Граница Венгрии и Сербии. Смотрите, это беженцы, друзья. Это вот они пешком переходят границу. Что они делают в Сербии, я не знаю, честно говоря. Но вот они идут. Да. И куда они идут, интересно? Ну, то, что это не туристы, друзья, это точно. Это реально. Это реально беженцы. Полетим. Мы переехали спокойно за несколько минут. Буквально за 3 минуты мы перешли грань, переехали границу из Венгрии в Сербию и двигаемся в Болгарию сразу после границы. Бензоколонка. Все прекрасно говорят по-русски, не то что в Венгрии. Мы хотели купить маленькие сувенирные бутылочки, а человек нам на чисто русском языке сказал: ребята, это дорого, не покупайте, 5,5 евро. И они здесь все говорят на русском языке в Сербии. Спросили у нас, откуда мы. Мы ответили, нам улыбнулись. И вот просто на удивление мы увидели вот эту горстку людей. Самое интересное, что из Венгрии вообще нет ни одной машины. Мы были вторые, прошли за минуту. А из Сербии в Венгрию достаточно большая пробочка. О, Мазерати. Бедные сербы. Первая машина и уже Мазерати. Да, ребят, это беженцы. Это Сирия или непонятно кто это. Вот такая жизнь, господа. Кто-то едет, а кто-то ходит пешком через границы. Я не понимаю их язык, но их много. Окей. Мы едем дальше. Мы едем в Болгарию. Хубав день. Хорошего дня.